Несанкционированный выпас домашнего скота в столице нашей республики – не редкость. Зачастую можно наблюдать картину, как стадо коров и быков разгуливает по улицам Цхинвала. Но этот вопрос больше всех беспокоит жителей микрорайона Московский, где скот пасется практически каждый день. Жители не раз обращались в соответствующие инстанции, но дело так и не сдвинулось с места. И это несмотря на то, что парламентом был принят закон об административной ответственности за выпас животных и птиц в неотведенных местах. Настоящий закон регулирует административные правоотношения по вопросам выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птиц на территории республики и направлен на охрану общественного порядка и общественной безопасности. Но, к сожалению, закон не соблюдается владельцами домашнего скота, которые пасут их где попало. Каждый день одно и то же. Из-за этих коров наша жизнь превратилась в ад. Мы не можем нормально отдохнуть, выйти на улицу, привести в порядок прилегающие территории. Как будто живем не в городе, а в деревне. Пусть наконец-то на эту проблему обратят внимание соответствующие органы. Я живу на первом этаже, всегда стараюсь наводить порядок перед домом, высаживаю цветы, но все зря. Этот скот все ломает, и это уже надоело. Куда мы только не обращались, дети боятся выходить на улицу. Люди, у которых есть земельные участки, вообще уже не могут. Вроде бы проблема не такая, уже неразрешимая, но никто не может ее уладить. Район густонаселенный, здесь очень много детей, и порой им не разрешают выходить на улицу, так как родители боятся за своих детей. Когда они сюда пришли, это позавчера было, позавчера, они сюда пришли и на них палки кидали, там был бык, и он на нашего друга побежал. Эти коровы из школы оттуда идут. Когда мы идем в школу, коровы начинают сразу за нами идти, и мы не можем идти с собаками. Там всегда, и когда мы заходим, там бывают всегда навозы. Прогон сельскохозяйственных животных и птиц должен осуществляться под надзором собственников либо лиц, ими уполномоченных по маршрутам, установленным местными органами власти. И в соответствии с этим законом участковые уполномоченные милиции обязаны выявлять эти нарушения, составлять акты по этим нарушениям и направлять в административную комиссию при администрации города Цхинвал на дальнейшее рассмотрение. Потом уже идет процесс их выявления, степень нарушений. И административная комиссия при городе Цхинвал выносит уже решение, либо штрафует, либо каким-то другим образом запрещает вот эти выпас скота. Большая просьба к владельцам тоже этих домашних животных не выгуливать в городе. Для этого должны быть созданы определенные условия. Жители надеются, что их проблема все же решится, и они без опаски приступят к земельным работам на своих участках и получат долгожданный урожай, который не будет истоптан скотиной. Регина Черткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня.